А в Усть-Каменогорске жители создали настоящий ажиотаж вокруг сахара. Сегодня реализаторы были вынуждены ограничить его продажу. Теперь они отпускают песок не больше 25 килограммов в одни руки. Без сахара как без глюкозы. И, конечно, подорожает в связи. Видите, что творится в мире. Нестабильные деньги, инфляция капитальная. На 30% наша пенсия удешевилась. Мы люди старой закалки, поэтому привыкли все с запасом. Пока цены на сахар в Усть-Каменогорске остаются прежними. Оптовые продавцы отпускают его по 155 тенге за килограмм. А в розницу цена в магазинах доходит до 170 тенге. При этом на складах сахар в избытке. И, по словам оптовиков, его должно хватить на несколько месяцев. Тем не менее, за этим продуктом выстраиваются огромные очереди. Сами покупатели объясняют это тем, что сахар им нужен для заготовок на зиму. А другие признаются, что берут впрок для себя и родственников. Власти не скрывают, что искусственно созданный ажиотаж может привести к удорожанию продукта. К тому же они полагают, что в городе активизировались перекупщики и призывают о фактах спекуляции сообщать на телефон горячей линии. Действительно, люди вот набирают, во-первых, очень много. Потом, у кого есть магазины торговые, хоть и маленькие точки, они все прямо скупают, конечно. И потом, третий момент, конечно, они убрали с прилавков, что когда поднимется цена, вы же будут ждать. Я думаю, не у всех, но есть такой сговор. В общем-то, мне кажется, все припрятали.